с Ахиллом и с Нафаней едем в клинику. Вот ждем автоволонтера. Сегодня у нас запись. Ахилл. Нас отпустили с клиники с Ахиллом. Там Нафаня стоит у лавочки. А ищу автоволонтера, никто пока не отвлекается, у всех свои дела. Не знаю, что делать. Скорее всего, сейчас я Нафаню оставлю в клинике, сама пойду с Ахиллом домой пешком и через 1.5-2 часа приеду за Нафаней. Другого выхода нет, к сожалению, никто не откликается. Придется идти пешком. У меня уже грязь на лице. Какое же это оказалось испытание просто пройти через весь город с огромной собакой без намордника, где куча просто бродячих собак и недовольных бабушек. Получили уже как минимум меньше половины пути прошли. Получила я уже 10 раз замечание, что собака у меня огромная без намордника. Напали на нас собаки уже 5 раз. Супер. Пописал прямо в лужицу. Зашел в лужу, пописал. Ну, в общем, мы тут бродим. Ну, сейчас за нас заберут, потому что невозможно было идти. Невозможно. Но я отозвался. Автоволонтер. Ждем. Сейчас автоволонтер, доброволец, заберет сначала Нафаню из клиники, а потом заедет за нами. Ахилл. Он прям устал. Я думала, что он сможет дойти нормально. Но он устал еще, наверное, километр назад.